Что было, пока я была без сознания? Зона испытаний перед вами. Чем быстрее пройдете, тем быстрее получите 60 баксов. Погоди, а кто? Кэролайн, подарочные сертификаты готовы? Точно, мистер Джонсон. Почему я? Это кто? Да что тут вообще происходит?
отличным, астронавт, герой войны и олимпиец. С вашей помощью мы изменим... Эй, вы там, слушайте, эта штука называется лифт, а не туалет. Клянусь, я его знаю. Если хотите получить еще 60 баксов, позовите одного из лаборантов и сообщите ему об этом. Вы можете выйти отсюда со 120 долларами, если дадите разобрать себя на части, вставить несколько штуковин, а затем собрать заново. Будете как новенький. Если вас заинтересовало мое предложение, у нас еще осталось несколько свободных мест. Повторяю, все, что нужно, позволит нам разобрать вас на части. Мы здесь ни камни не перекладываем. Мы знаем, как собрать человека обратно. Это полное обновление организма, новая жизнь, замена вашего старья. Кроме этого, мы вырежем все опухоли. Честно говоря, это вы должны нам платить.